Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я хотел бы вам показать, как на телефоне Motorola Action Moto One внести контакт в черный список. Для начала мы заходим в звонилку. Далее мы должны перейти в подпункт «Недавнее». И видим, например, вот этот вот номер. И мы хотим его заблокировать. Мы зажимаем. И нажимаем «Заблокировать» и «Сообщить о спаме». Если этот номер нам спамил, мы можем сообщить об этом. И другим пользователям этот номер будет идентифицироваться как спам. Нажимаем «Блокировать», и он заблокирован. Теперь с этого телефонного номера нам не смогут дозвониться. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.